Я начну с самого главного и актуального вопроса. Вы поддерживаете российские военные действия против Украины? Если да, то почему? Мы с Россией едины настолько, насколько Украину поддерживает Америка и Европейский Союз, в том числе и Япония. Позвольте уточнить, вы поддерживаете российские военные действия против Украины? Я никогда никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать, чтобы вы понимали и знали. Ни со стороны России, ни со стороны Японии, ни со стороны Украины, ни со стороны Америки. Война неприемлема. То, что касается наших отношений и поддержки России в любой ситуации, мы союзники. У нас договоры заключены соответствующие.